Анекдот. Урок биологии. Училка задается какие-то вопросы, и на все блестяще отвечать Вовочка. Вдруг по громкой связи оповещать у школы, начинаюсь он подсоветить, где явка учителя обязательно. Ну и решает училка оставить вместо себя Вовочку, а сама уходит. Возвращается училка снова в класс и видит сцену, куда она ебли. Она к Вовочке. Вовочка, что же происходит? А это мы проходим размножение человека. Ну почему Петя дрочит? А у него самостоятельная работа. А почему Коля Васю трахает? А что, я виноват, что им один вариант попался?